Человек от объекта на Пушкинской кисти, со списком Дмитрия Журавлева, давление 20 000 Г, и она обыгрывает как и фамилию автора, так и законы физики. Ну и вверх 20 000 лет под водой, роман, я правда давно читала, плохо помню, там, по-моему, эпизод Дионисия Тимонема, когда там Уин Атлантиды, не Уин, а наоборот, под водой, не точно. В общем, в чем суть всего этого? Во-первых, очень интересно, что автор очень работает с текстурой своего холста, он на нее упирает, он от нее идет. Это здорово. Во-вторых, многие работы получаются как бы двойными. Поэтому они висят здесь как какие-то гобелены. Любой случайный момент, какая-то дырка, какое-то пятно, они не являются ошибкой, они являются вот таким взглядом. Вот это что-то мне работа нравится с этой стороны, правда? Ну, это какая-то космическая звезда. Люди, которые взяли за руки, да, человечество едино. Похоже, такой аркан Таро мира, но в таком современном выражении, да, техногенном. А сзади это как будто бы вот это мандала. Ну, мира тоже есть, если вот пройдя мышку заднюю Таро, то кто там? Это какие-то странные, то ли континенты, то ли страны. Вот чем-то похоже на, вот, карту России, но вот еще такой вариант карты. И там... Вообще, очень своеобразно все это происходит. Какой-то момент белоснежный. Такие моменты, что-то какие-то, не читая, поняла содержание. Значит, если работа отвлекает у зрителя, значит, она настоящая. Я не люблю оценивать в плане хорошо-плохо, если это не искусство, но я люблю категорию настоящее. Да, Блаженный Августин про время. Вот. 24, 3 часа, 3 на возраст, не знаю, очень интересно. А то ли какой-то вообще, наверное, что автор чуть-чуть космос, вот эту философию, да, реакция 4, думаю, физика, астрофизика, быть может. А какой-то материал создания Вселенной, наверное, я не знаю. В общем, мне лично очень нравится. И всего такого туда гостей, как раз мы провели сами, видите. Но если прийти просто так, то будет меньше. Мама Бори Манда, это ее просто такая псевдорами, там все равно нет, она нарисована. Очень приятно будет.